Наблюдая современную настенную живопись в подъездах жилых домов, чаще всего встречаешь упоминания о группах «Звери», «Король и Шут» и «50 Cent». Я буду смешон, если скажу, что в конце 80-х фанатеющие подростки не писали на стенах. Форма осталась прежней, содержание изменилось. Тогда пальму первенства брали Виктор Цой и группа «Кино». Из заграничных были отмечены «Васп», «Удо», «Варлок» и другие. Идут года, и пионеры хэви-метал становятся ветеранами, но это ни на йоту не умаляет значимости их приезда в нашу южную столицу. С профессионалами всегда приятно иметь дело. Дора сегодня на Тумблероне. Не иначе, как здоровским начинанием, нужно назвать участие планеты Союз при поддержке компании Sunrise, организацию приезда в наш город некоронованной королевы тяжелого рока. Первых своих поклонников Дора обнаружила сразу же, как только получила личные вещи в багажном отделении аэропорта. Краснодар был последним городом в российском туре певицы. За много лет у хрупкой роковой женщины выработался иммунитет к затяжным межконтинентальным перемещениям. Гастрольная жизнь тяжела не только для женщин, но и для мужчин. Приходится по 30 человек ездить в одном автобусе. Иногда на такое количество народа приходится одна ванна или душ. Был случай во Франции, когда один из музыкантов подхватил вирус, и все 30 человек заболели. Пришлось отменить концерт. Три майских дня предстояло провести интернациональной музыкальной делегации под южным солнцем. Сделаем предположение, что гости могли бы найти массу новых впечатлений для себя. Но туринг все-таки не экскурсия. Для музыкантов прежде всего это работа, и поощрения за изнурительные трудодни также имеются. В туре нет таких понятий, как отдых или каникулы. И после того, как записан новый альбом, необходимо донести его людям. Начинаются длительные гастроли, и благодаря энергетике поклонников и самой музыке восстанавливаются потраченные силы. Как раз физическая усталость певицы стала причиной отсутствия Доры на пресс-конференции в планете Союз в первый день пребывания. Положение спасла разогревающая шведская группа Crucified Barbara. Бойкие девушки приняли на себя шквал однообразных вопросов. Оживление в массы вносил находчивый и юморной переводчик Валерий. Причем причину появления неконтролируемых вспышек гомерического хохота впоследствии приходилось объяснять скандинавкам. Они говорят, что тексты песен, так сказать, на написание песен вдохновляет повседневная жизнь. То, что случается в жизни, об этом они и пишут. Ну, как Чукча, что видит, то поет. We have a joke that, you know, that Chukcha in Russian, it's like Eskimo in Canada, say. What he sees, he sings about it. So it's a little bit like that. Yes. What you see in real life, but you write the songs about it. I don't think that the Eskimo sees. Она говорит, ну мы не думаем, что это эскимосский, так сказать, чукотский подход, но все равно это более-менее реализм. Следующий казус, несколько попахивающий международным скандалом, произошел уже на другой день, когда Дора со своими музыкантами, в основном уроженцами Соединенных Штатов, приехали на автограф-сессию на Коммунаров 268 и увидели на доске почета провокационную надпись предводителя Exploited. После небольшого пояснения музыканты при помощи маркера изменили статус-кво, выразив отношение к Воте. Дора, понаблюдав за американскими мэнами, высказалась по поводу наших соотечественников. Русские мужчины мне показались одновременно и очень сильными, и настоящими джентльменами. Это то сочетание, которое нравится женщинам. А внушительной части мужского населения нравится Дора не только как исполнительница, но и как женщина. Что душой кривить? Находясь в подростковом возрасте, мы сами с особым интересом рассматривали формы Фрау Пэш в первых видеоклипах, пробивших прочные социалистические стены, и в журнале «Ровесник» на фотках группы «Варлок», где первоначально солировала Дора. Для пущей объективности приводим к сведению следующий факт. В 2003 году чешское музыкальное издание присвоило Дора Пэш звание секс-символа «Hard and Heavy». It's
Все-таки я думаю, что все дело в моих сценических костюмах. На концертах я выступаю в коже, и многих это заводит. Меня больше беспокоит не мой внешний вид, а то, что моя музыка была на уровне. Показателем этого уровня можно считать рейтинг 100 лучших фронтменов 20-го столетия, который в 2006 году привел именитый музыкальный журнал In Rock. Дора, заняв 47-ю позицию, обогнала своих конкуренток Литу Форд и Сьюзи Кватро. С годами, проведенными на сцене, к певице приходили мастерство и профессионализм. Также за более чем 20-летний опыт сложилось собственное мнение о происходящем в музыкальном мире. Если сравнить с 80-ми, сейчас хард и метал не так популярен, как раньше, хотя в последнюю пару лет ситуация нормализуется. Многие музыканты старой закалки еще продолжают творить, выпускают новые альбомы, гастролируют, у них появляется больше возможностей. Например, Удо Диркшнайдер и Леми Килмистер записывают совместные проекты. Раньше это было невозможно, музыканты строго принадлежали своим лейблам. Сейчас в этом плане послабление, и это хорошо. Больше свободы стало. А негативным считаю, что звукозаписывающие компании, словно шагреневая кожа, ссыхаются. Таких компаний, как Polygram, уже не существует, и это я считаю отрицательным фактом. В карьере Дора имели место совместные проекты с уже названными монстрами рока Удо и Леми. Эти дуэты сама рокерша признает своим успехом. Но без неудач также не обошлось. Очень холодно были приняты альбомы 95 и 98 года с экспериментальным звучанием. Тут ничего не поделаешь. Публика любит то, к чему привыкла. Но нам идея выхода за рамки классического Hard and Heavy показалась интересной. И мы озвучили мысль организовать альтернативный сайт-проект с названием Pesh. Love is undying. True love never dies. We'll meet up again, 'cause love has no end. True love is undying. I'm so glad I saw you. I shivered inside when you closed your eyes. True love is undying. Это отличная мысль, не думала об этом, потому что действительно считаю, что кто-то полюбил совместный с Дикруп с альбомом. Но у нас есть масса записей, это разные песни. Они современные, и поклонники традиционно тяжелого металла любят их. Это замечательно, композиции разных направлений. Думаю, что сайт-проект может быть хорошей идеей. В ходе беседы с певицей мы узнали, какие мысли, помимо сугубо профессиональных, рождаются в ее голове, какие макропроблемы ее заботят. Нельзя сказать, что наша страна стоит особняком от того, о чем говорит Дора. В мире очень много тех, кто недоедает, да просто голодает. Необходимо что-то с этим делать, бороться с этими негативными явлениями. В мире выбрасывается огромное количество еды, а где-то реальный голод. Люди умирают от недоедания. Может быть, оно и к лучшему, что иностранцы не видят реальной российской действительности, так как решение разного рода проблем – это задачи государственного уровня, а гости все-таки должны получать позитив. В России за последние 5 лет чувствуются изменения. Лица людей стали более счастливыми и открытыми. Конечно, для глубокого анализа хотелось бы побыть в России подольше, но все-таки очень приятно, когда просыпаешься, а тебе подносят огромное блюдо клубники, а такого количества подаренных роз, мне кажется, ни разу в жизни такого не было. Очень приятно. Trust!
Находясь вне пристрастий к классическому тяжелому року, мы были приятно удивлены тем, что такого рода концерты могут понравиться. Произошел своеобразный разрыв сознания. Благодаря стараниям Дора, более часа Hard and Heavy мы слушали абсолютно без скепсиса, причем стоя и аплодируя. Это было супер, феноменально. Не было ничего похожего, но это было великолепно. Поначалу ни я, ни зрители не знали, чего ожидать. Но на второй или третьей песне я увидела глаза сидящих и стоящих у сцены. Они наслаждались тем, что происходило. Исполняя балладу, я заметила, как некоторые вытирают слезы. Я думаю, что эта музыка действительно тронула сердца многих. Это было действие, подобное обратной реакции. И после этого я хочу выступать лучше, петь лучше. Никто не ожидал, что это будет такой великолепный вечер, такое великолепное шоу. Учитывая то, что это последнее шоу в России в этом туре, вся наша команда считает, что оно не забудется, потому что воспоминания навсегда останутся с нами. И мы очень рады этому. Это было изумительно. Для меня же лично изумлением было то, что исполнительница с мировым именем и славой была выше пафоса и спеси. Наверное, это был как раз тот случай, когда возникает желание отдать на память рубашку со своего плеча. Буду надеяться, что именной Sunrise's Cutie Short найдет себе место в гардеробе певицы. Вообще, Дора подарила нам около часа своего личного времени, а это дорогого стоит. Всем нашим телезрителям пожелания и слова благодарности. Я хочу сказать, что глубоко ценю людей, которые приходят с открытым сердцем. Сначала мы не знакомы друг для друга, но позже становимся друзьями. И я уверена, что мы увидим друг друга снова. Я надеюсь, что вы придете опять, также надеюсь, что этот концерт останется в вашей памяти. Помните о нас и будьте преданными року. Hey guys and ladies out there, I want to tell you I'm so grateful to do this job and you guys mean the world to me and you know I hope we always keep on rocking and you know stay happy, stay healthy, rock on and I hope I will see you very soon. Okay, metal.